Памятники от производителя, от эконом-варианта до эксклюзива, венки, оградки, благоустройства мест. Более 20 лет неизменно высокого качества, индивидуальный подход и рассрочка от магазина. Кировский каменный завод, Октябрьский проспект, 94. Прокатиться с ветерком в Каринторфе начал курсировать открытый вагон для туристов. Он ездит по узкоколейной дороге, которая связывает микрорайон с Кирово-Чепецком. С наступлением теплой погоды к закрытому составу вагонов присоединили один открытый специально для туристов. Во время поездки большинство людей снимает на телефон местные красоты. Испытать поездку в открытом вагоне уже смогли более 100 посетителей. Руководство узкоколейки решило открыть музей железной дороги из-за большого числа желающих. Заезды в открытом вагоне будут как одиночные, так и групповые, до 15 человек. В эти выходные прокатиться можно будет утром, днем и вечером. На последнем сеансе у посетителей будет возможность прокатиться не только в открытом вагоне, но и на ручной и мото-дрезине без экскурсии. Специально записываться на посещение открытого вагона не нужно. С подробным расписанием можно познакомиться в группе Музея железной дороги ВКонтакте.